Вчера в детской школе искусств состоялся концерт с дебютной программой «От станицы до аула» образцового песенно-танцевального ансамбля «Казачата» творческого объединения «Звонница» имени Натальи Уваровны под руководством талантливого музыканта Дмитрия Гордиенко. С целью взаимодействия учреждений культуры между различными муниципалитетами нашей республики мы сегодня приехали в детскую школу искусств аула Кашихабль. Мы приехали с одним из самых лучших коллективов города Майкопа. Это образцовый ансамбль «Казачата». Ребята подготовили очень интересную программу, которая называется «От аула до станицы». И я думаю, что все те, кто придут сегодня на наш концерт, еще раз убедятся, какие замечательные таланты вообще живут в республике Адыгея. Я думаю, что это даст нам возможность и на будущее проводить вот такие вот обменные концерты между коллективами нашей республики. Право открыть концерт предоставили атаману казачьего общества Кашхабльского района Олегу Тарасенко. Уважаемые гости, земляки, очень-очень рад представить вам этот замечательный коллектив «Казачата», творческий коллектив «Звонница». Очень рад, что у вас получилось приехать к нам в район. Вот, коллектив очень легендарный. В этом году, кстати, ему исполняется 35 лет, с чем я вас поздравляю. Вот, то, что они покажут, очень большой казачий творческий пласт. Вот. Очень рад, что много детей. Очень рады будем вас послушать. Спасибо за добрые слова. В основу концерта легли песни кубанских, донских, терских казаков, произведения композиторов Республики Адыгея, Кубани, России. Дорогие зрители, сегодня состоится премьера программы, которую мы назвали «От станицы до аула». Это название выбрано не случайно, ведь мы живем в многонациональной республике, где каждый народ по-своему уникален. Но всех нас объединяет общая история, общая система духовно-нравственных ориентиров и, конечно же, любовь к большой и малой родине – России и Адыгее. Начать наш концерт мы хотим по доброй славянской традиции с хлебом, солью да песней «Удалою». Субтитры сделал DimaTorzok.
Союза молодежи Адыгеи, победитель всероссийских и международных конкурсов в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Словакии, Сербии, Черногории, Белоруссии, Украины и России, образцовый песенно-танцевальный ансамбль «Казачата». С давних пор и по сей день адыги и казаки живут в мире и согласии, как добрые соседи и друзья. Многовековую дружбу наших предков ярко символизирует один древний обычай, согласно которому мальчика из казачьей семьи отдавали на воспитание в семью адыгов. Там он наравне с другими детьми выполнял обязанности, изучал традиции и обычаи адыгского народа, а в родительский дом мальчик возвращался, будучи взрослым юношей. Вы хорошо знаете этот обычай. Он называется «аталычество». Традиции адыгского гостеприимства знают все, кто хоть раз посещал наш благословенный край. Каждому дорогому гостю адыги говорят: «Добро пожаловать.
Yeah.
дела сопровождались песней. И когда пшеницу шли в поле сеять, и когда урожай выдался на славу, пели всей станицей. Вот и наша юная казачка собрала целый мешок картошки. Встречайте аплодисментами Екатерину Провоторову с песней «Говорливая казачка». На палубе боцман
Дорогие друзья, на сцену приглашаются начальник управления культуры Кашихабльского района Курия Рауф Мурадинович и руководитель управления культуры города Майкопа, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Цеева Роза Аслановна. Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поприветствовать всех вас, уважаемые зрители, в этом прекрасном зале от имени Управления культуры города Майкопа. Я хочу сказать огромное спасибо директору школы Нурет Юрьевне. Хочу сказать спасибо Рауфу Мурадиновичу за возможность приехать сюда, познакомиться с вами. И самое главное, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы проявили интерес, за то, что вы пришли на концерт нашего любимого, легендарного коллектива, который можно по праву назвать визитной карточкой нашего города Майкопа. Я думаю, что вы еще раз подарите огромные аплодисменты этому коллективу. Это действительно прекрасно. Казачат будет отмечать свой очередной юбилей. 35 лет будет в этом году этому коллективу. За вот эти долгие годы столько было наград, столько было побед. И вот прошлый год тоже добавил в копилку заслуг этого коллектива большое количество побед в знаменитых и в очень таких престижных фестивалях. И вот сегодня, находясь здесь, в этом зале, во-первых, я хочу сказать, что ребята подготовили вот эту замечательную программу, которую можно по праву назвать концертом дружбы. И с этой программой они проедут по всей Республике Адыгея. Но мы решили первый вот дебют этого концерта дать у вас здесь, в Кашихабльском районе. В прошлом году ребята стали победителями двух престижных фестивалей, конкурсов, которые проходили в Москве. И по итогам года, буквально в декабре, была подготовлена благодарность от имени главы Республики Адыгея. И вот сегодня, пользуясь такой возможностью, мне хотелось бы вручить благодарность коллективу, пригласить руководителя творческого объединения «Звонница» Дмитрий Павлович Гордиенко. Благодарность за заслуги в области культуры и искусства коллективу образцового песенно-танцевального ансамбля «Казачата», муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческое объединение «Звонница» имени Натальи Ивановны Уваровой, глава Республики Адыгея Мурат Карадеевич Кунтилов. Хочу обратиться к хозяевам нашего сегодняшнего вечера, сказать вам огромное спасибо. Давайте дружить районами, давайте обмениваться вот такими концертами. Ну и в знак уважения, в знак благодарности, мне бы хотелось вот символично вручить вам наш каравай от коллектива «Казачат». Спасибо за теплые слова. Мы не зря упомянули, что начали с Кашихабльского района, и поэтому большое спасибо за доброжелательное и уважительное отношение к нашему району. Наш район, который подарил республике, всему адыгскому миру выдающихся личностей, как Тимур Киражев, Умарт Хабисимов, Магомед Хагауч и целую кучу других, уверяю вас, умеет ценить культуру, умеет ценить ее уровень и носители этого уровня. Я хочу сказать, что я восхищен, я очень удовлетворен искусством, которое показали эти дети. С высоты своего возраста я могу называть их детьми. И хочу отметить следующее. Это действительно не просто ансамбль, это посланцы дружбы, посланцы мира. И хочу отметить, и они доказали сегодня, что уважать и любить культуру других народов можно только при том условии, что ты искренне любишь и уважаешь свою культуру. Большое вам спасибо за это.
хотелось бы тоже быть взаимно вежливым. И я думаю, что казаки никогда не отказывались не только от всех псов, но и от мамалыги, поэтому еще поздравляю. Россия – многонациональная страна с богатой историей и уникальной культурой. Мудрость народа веками хранится в его обычаях и обрядах, песнях и танцах, бережно передается из поколения в поколение. В этом наша сила и наше единство. Из зала можно было понять, как программа объединила собравшихся гостей и еще больше приблизила к традиционным ценностям, которые близки каждому.